Ну, конечно, условия спартанские. Как я понял, сюда, как правило, приезжают там орнитологи изучать природу, птичек. Ну, видимо, всех там бобров разных изучают, еще кого-то. Короче говоря, ученые братья. Ну, и всякие такие вот раздолбают туристы, как мы. Вот, которые хотят непонятно чего. Вот сейчас поедем на экскурсию на УАЗике, на Буханке. Что там будет на этой экскурсии? Что мы там увидим, кроме бобров? Видим ли бобров? В общем, совершенно непонятно, но в подтверждение того, что я говорю, вот здесь вот есть такой вот орел, который показывает, что все именно так. Ну, а сейчас я пойду попробую сделать утренний кофе. Вот он, мой спаситель утренний. Ну, так мы кофе купили. Ну, а в целом здесь такая вот уютная кают-компания, скажем так. Даже есть какой-то самовар. Камин, который был. Ну, нет, рабочий. 11-месячный был группой. Идем к воде, что нам сейчас будут рассказывать. И показывать. Ну, сейчас я покажу яхту. Бывший директор заповедника ее сам построил. Вернее, как получилось, что выбросил на берег какой-то древний остров железный от какой-то древнего небольшого судна. И он его восстановил. И на нем теперь сам гоняет и, мало того, собирается плыть или там идти в кругосветное путешествие. То есть у него у человека вот такая мечта была, и он ее добился. Ну, уже на пенсии, вышел на пенсию. Мне кажется, вообще очень здорово. Особенно мне нравится идея того, что он восстановил какую-то старинную именно яхту, или я не знаю, как это судно называлось. Супер. На этом балуне, где я пророк, здесь очень почитаю, если пользуется, переплыл, да? Минуточку, да, с того берега на этот, на противоположном берегу лежит точно такой же валун, чуть поменьше размера. И люди ходили к этому камню и просили у него исполнения сам своего валютного ливания. Вот человек молится камню. Что ты чувствуешь? Блаженство? И управление пространством мира. Правила техники безопасности при встрече с медведем будете рассказывать? Я хочу сказать, что если мы встретим медведя, я вам не успею ничего рассказать, потому что медведь убегает, ребята. Это было живое. Иван-чай очень любит на фундаментах. Вот иногда видели, как вот едешь где-нибудь, место какое-то совершенно необитаемое, и вдруг таким квадратом растет иван-чай. Ребят, вода чуть-чуть прыгает, да? Ну да. А болото.
Выгрузили оборудование для ребят, которые там наукой занимаются. Будут изучать почву. Да. Что она вам напоминает времен войны? Ну, блин, даже башня, бойница. Вот, все говорят, что это бойница какая-то, что это... Кинотеатр построили в Афинах, нормально. Пока что не вижу, где здесь вход в этот кинотеатр. А, вот вход. Смотрите, похоже, хотят что-то восстановить, видите, от дождя. Видимо, будут скамейки устанавливать. Да, здесь все стоял. Давайте залезем. Опа. Тут стояла камера, кинокамера, и вот туда вот. А она, тьфу, ну не камера, конечно, здесь стоял проигрыватель, и вот туда вот показывал кино. Там был, соответственно, у нас экран. Где вот эти ножки-дорожки, там сидели финские, военные, все это смотрели. Очуметь, так ходишь по местам воинской славы, обычно что-то, блиндаж, какой-нибудь там дзот, какой-нибудь там остатки танка, еще что-нибудь, а здесь кинотеатр. Где вы еще такое вообще увидите? Удивительно, просто удивительно. Почти братский нам народ финны-то, они тоже оказались, как и мы, совершенно не готовы к войне. И когда немцы их напарники взяли, оказалось, что их еще и надо снабжать и оружием, и амуницией. И поэтому вот, то, что на складах Европы там залеживалось, каких-то значит, 41-го года, вот, со складов. И вот эти вот каска немецкая Первой мировой войны, это уже как бы с немецких складов залежало, и товар пошел финнам, ну и как бы со всех других стран. Вот это, говорят, шведская каска, тут то ли румынская, то ли венгерская. Ну вот это русская до 1939 года, вот с таким, с набалдашничком. Ну а здесь больше бытовая утварь солдатская. Рукомойничек. Да, похоже, что самодельный, наверное, рукомойничек, да, был сделан каким-то мастером-умельцем. Подковки немецких сапог. Вот это настоящая финская чашечка, из которой они пили. Какой-то гурман, эстет. Чаечек, да. Эстет какой-то привез. Они вообще все здесь очень хорошо. У них даже, вот смотрите, хорошо жили, да. Стопочки. Мандергеймовские 100 грамм выдавались, да. Да, мандергеймовские 100 грамм. Даже бутылит времен войны иностранный, на котором написано «детям не давать». Тогда уже писали, представляете? Вот такими снарядами это они пуляли в нашу сторону, через речку Свирь, в сторону Красной Армии. А оттуда прилетали уже чуть даже побольше, вот такие. Кружечка, которую нужно было пристегнуть себе на пояс, не мешала, всегда при тебе. Ну, опять же, если в рюкзак ее кладешь, вещмешок, эти ручки. Мы себе сейчас термос купили с такими ручками. Вообще существует по типу питания три типа болот. Слышала, наверное, верховое, низинное и переходное болото. Uh-huh. Верховое, понятно, то, которое питается только верховыми водами. У него из-за толстого слоя торфа уже связь с грунтовыми водами посилена. Видовое разнообразие на болоте гораздо больше, чем в лесу. Если все виды собрать. И вот посмотрите, я хочу обратить ваше внимание, вот это болотный мир. Да, болотный мир или Кассандра. Существует такая легенда о том, что Кассандру хотел похитить. Это легенда древнегреческая, ее хотел похитить. Болотный мир. Аполлон. И она, значит, убегая от него, чтобы не надругался над ней, она, значит, превратилась вот в такое растение. Идем по верховому болоту. Здесь сделали для нас тропинку вот такую вот специальную. Места потрясающие. Просто потрясающие. Во-первых, здесь очень тихо. Прям очень тихо.
Ну и как бы это заповедник, сюда никого не пускают. То есть, если просто вот там, где я сейчас нахожусь, если самовольно сюда прийти, то штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А если, не дай бог, какой-нибудь гриб здесь сорвешь, вот, или там рыбу поймаешь, то потом это все дело взвесят. И по какому-то там тарифу, как будто это не грибы, а бриллианты, тебе все это продадут. И, кстати, я не знаю, еще, наверное, изымут. Но, тем не менее, вот место есть. Ну, здесь есть такие, даже какие-то, видите, туристические штуки. Но только с экскурсией. То есть, если сюда хочется, то сюда надо приезжать вот к 10 утра, заранее купив экскурсию. И, скорее всего, как мы, ночевать вот в тех самых условиях, которые я показывал. Нужно будет ночевать. Ну, вечером, наверное, при желании можно уехать, хотя, ну, так-то, дома будем в Питере, по крайней мере, довольно-таки поздно. Но либо вторую ночевку делать. Ну, вот мы сейчас как раз думаем, либо мы попробуем растопить баню здесь самостоятельно. То есть дрова дают, но дальше делаю все сам. Либо попробуем растопить баню, либо мы сегодня вечером доедем до Волхова, там снимем нормальную гостиницу с душем. Если он там есть. Надеюсь, он там есть. А завтра вернемся немножечко и поедем на тот самый маяк, который у нас в маршруте. Театр. Слушай, ну здесь, не знаю, больше... Уже ближе. Mm-hmm. Да. Что, землянка, что ли, такая? Остов какой-нибудь старинной церкви. Нет, времен войны. Черного человека. Да. Слушай, вот смотри, детский сад. Вон там окошко. Mm-hmm. Уже ближе, да? Ближе. Голос. Слушай, ну, не знаю, на блиндаж очень похоже все-таки. Госпиталь. Вот я вам уже говорила, что финны здесь жили на всю катушку, с размахом. Mm-hmm. Они отдыхали. Они, значит, здесь развлекались, понимаете? Вот мы, кстати, тоже, когда нашли вот это сооружение, все думали, что же это может означать. Все перебрали, ни в каких архивах ничего мы не могли никак найти. Потом приехал Финн сюда и говорит: о, а у нас здесь был зоопарк. Они отстреливали здесь медведей на берлогах. А маленьких медвежат куда девать? Они сюда сажали, здесь их выращивали. Ничего себе. Да. Вот так вот, представляете? Вот ради чего мы ехали, ради следов зубов бобров. Это вот все они навалили. Наверное, можно даже наткнуться на бобра. И вот как бы... Да, вот они себе плотину строят, вообще орлы. То есть они где-то прямо здесь ползают, бобры, валят эти деревья, устраивают такие плотины, запруды. Почему мы не увидим бобров? Бобров самих мы не увидим, потому что бобер, оказывается, грызет все по ночам. Это ночное животное. Ну, отсюда они вообще ушли, но есть шанс, что вернутся. Представляете, вообще зубки вот так вот дерево грызть? Просто вспомните, как вы берете топор там и какой-нибудь сухостой там стараетесь где-то в лесу срубить. Это вряд ли они сухостой рубят. Орнитологическая станция. Там ловушки стоят, сети, в них ловят птичек. Причем фишка такая, что здесь какой-то поток птиц, которые осенью и весной летят в одном направлении. То есть они как-то привязываются к местности неправильно, путаются, летят все время в одном направлении. И поэтому ловушки представлять
весной, осенью в другую сторону не нужно. Логистика начала существование больше 5 лет назад. Это место выбрано не случайно, потому что оно уникально тем, что здесь концентрируется поток мигрирующих птиц. Кольцевание – это лишь метод изучения птиц, а не самоцель. Это паспорт. Вот как нам дают паспорт, так и птицы вешают кольцо или там какие-то другие метки, чтобы ее в дальнейшей жизни можно было идентифицировать. Это экстраординарные ситуации, резкое снижение численности, какие-то виды исчезают. То есть нужно будет на основе данных, полученных на станции в том числе, предложить власть придержащими, тех, кто принимает решение, мнению ученых, как все это исправить. Как ловят здесь птиц? Несколько разных способов. Самое главное, самое такое впечатляющее, это, конечно, вот это называется большие стационарные ловушки рыбаческого типа. Используется обычная дель рыбацкого такая, для которой для станных неводов. Принцип такой, как вот, я не знаю, вы знаете, наверное, видели какие-то рыбацкие такие штаны не вода, куда заходит рыба, но назад не может выйти. Принцип такой же, вот бэфосы, разделители, которые не дают птице обратно вылететь. Учетчики подходят, да, обычно сейчас волонтеры это используют для этих целей. Они спугивают птицы, и птица начинает лететь в том направлении. Потому что ей, в принципе, она видит здесь какое-то препятствие. С этой стороны, я же не понимаю, что ширина дели, ну, в смысле, ячейки дели, она позволяет любой птице, в принципе, вылететь мелкой воробьиной. Она видит, что приходит препятствие, и продолжает движение вперед. И вот мы начинаем загонять по этому маршруту. То есть обычно это происходит с хлопанием, с какими-то свистами, ну, у кого как получается. Птица летит, уже, ну, что нужно сделать? Нужно показать себя, то есть размахивать руками, чтобы не улетела назад. То есть она видит какую-то опасность и начинает движение в конец ловушки. В том, что кроме мелких воробьиных птиц, сюда еще залетает истреба. То есть это хищные птицы, которые, в принципе, могут, вот все, что залетело здесь, они могут переколоть там, перерывать всю эту птицу. То есть учетчики должны постоянно, регулярно, там, каждые, условно, 15 минут проходить эту ловушку. Если пропустить момент, то в приемнике, сейчас вы увидите, может оказаться гора трупов из мелких воробьиных птиц, и там довольно ястреб. Ну, точнее, не довольно, то есть он испуганный просто. Это не потому, что он, скажем, такой голодный и хочет кого-то съесть, а потому что у него срабатывает рефлекс, то есть убийство, да? Он добывает птицу, он, если у него есть доступ к птице, он просто перекалывает ее, все убивает, и трупы валяются. Вот смотрите, ну, это такой вопрос о том, что животные едят ровно столько, сколько им надо. Нет. И не трогают больше никого. Нет, они бабочки вот. Это противоречит, тому этому утверждению, потому что если есть в доступе там какая-то еда, обычно ястребу очень сложно поймать птицу. Это искусство тоже, опять же. Потому что он, ну, не всякая птица подлетит. Поэтому, как бы, если есть, то так же и с ласточком, или с куницей. Если она попадает в клетку птицам, то она всех перегрызает. Посмотрите, кроме птиц, сюда эта бабочка называется адмирал. Вот залетает иногда. И бывает, что когда лед стрекоз, сюда набивается полная ловушка стрекоз. А вы бабочек как-то вы выгоняете потом или что делаете? Я думаю, что, скорее всего, здесь птички съедают очень быстро. А, и вот прям туда? Да. Значит, смотрите, птица сюда влетает, такой приемник, да? И все. А назад она может вылететь, но если долго не вынимать ее отсюда. Потом мы снимаем приемник, он называется приемник, да? Uh-huh. Рукой. Отсюда вынимаем птицу и складываем в специальный мешочек, а потом несем в домик для кольцевания. Значит, размер дели постепенно уменьшается, потому что вот здесь самое такое проблемное место, здесь не должна выйти ни одна птица, даже самая маленькая. У нас самая маленькая — это королёв. Вот. Она настолько капельчатая, что вот, по-моему, предыдущая дель уже сквозь нее просачивается. Вот здесь был идеальный песчаный пляж. То есть настолько быстро все там за 10 лет, за 12 там столько меняется,
То есть здесь постоянно идет какая-то перемывка, намывка там. Это домик для кольцевания, конечно, убогий, но тем не менее все, что есть у нас. Почему такой низкий? Низкий он в первую очередь потому, что здесь идет поток птиц, да, и любое высокое строение, оно, естественно, будет изменять как-то потоки, да, или же пугать птиц. Все такое неприметное, стоит между деревьями, совсем маленький домик. Сюда приносятся птицы, вот волонтер приносит сюда птицы. Когда огромный массовый пролет идет, да, здесь работают три описывателя, три ученых. Вот, и максимальное то, что я видел, это было 1500 птиц за сутки. А на самом деле может быть и больше, если постараться, если принести. До 2000 птиц. Значит, здесь идет описание. Вот смотрите, здесь есть ведомости специальные, где описываются параметры птиц. Ну, кроме классических параметров, длина крыла, длина хвоста, вес, масса, да, тела, и всякие там жиры и прочее, и название птицы, и номер кольца, здесь еще описываются очень сложные моменты, да, это линейка птиц. Такого больше в России нигде никто не делает. Скажем, в мире даже какие-то единичные ученые на поток не поставлены нигде. То есть это станция, ну, она очень, своего рода очень уникальная. И здесь хранятся ряды данных, накапливаются уже 51 год. Раз укладываться в эти сроки, максимально реализовать свои... Кроме классических колец существует еще, кольца на шею, например, пластиковые. На них можно написать большими буквами номер, например, у лебедя, там у гуся, да. И вы можете в бинокль посмотреть и сказать: а, вот я увидел номер кольца, мы сообщаем в центре кольцевания, они говорят: о, ребята, это же гусь там, он гнездился на острый кол. Мы приехали на обед. Вот там у нас такая вот беседочка. Сейчас будем кушать. Девочки все разбирают. Сейчас мы шашлык нажарили. Вот этот шашлык, который я хочу. Его ел с утра. Да, здесь совсем другой пляжик. Но там тоже сказали, что когда-то был такой же, как здесь, песчаный, а потом все поменялось. От Финского залива, вот если бы меня спросили, Финский залив это или Ладога, я бы вообще не смог бы отличить. Давайте не тормозим. Ваши впечатления? Таня? Таня? Татьяна? У меня впечатления неоднозначные. Ну, с одной стороны, конечно, это экзотический очень такой отдых для тех, кто... Наверное, уже везде побывал. Повидал все, да. Повидал все. Такого вы не видели точно. Меня впечатлила езда на батоне, уже УАЗик. Буханка. Буханка, да. Батоне, на банане. Да. На такой машине я еще не ездила. Вот. Вряд ли я сюда еще раз вернусь, но мне, в принципе, понравилось. На все. Впечатление, классно. Воздух чистый. Детоксикация такой, нормально. Я бы сюда вернулся. Только сбил Толи. Так, Юля? Ну, мне все понравилось. Мы увидели следы зубов бобров. Да. Очень много свежего воздуха, очень непривычно. Вообще очень интересно посмотреть, как живут экологи, как вообще живут заповедники. Класс. Мне понравилось. Мне понравилось. Я считаю, вообще классный тур выходного дня. Укладывается тем более в 2 дня, потому что мы поняли, что еще одну ночь в этом прекрасном месте мы не готовы ночевать, потому что впереди нас уже не ждет такой шикарный вояж, как у нас был сегодня. Вот, вот эти апартаменты и туалеты нас ждут, поэтому мы решили, что мы все-таки поедем сегодня. Но опять же, мы решили только потому, что нам скажут далекого маяка, до которого мы хотели 2 часа идти пешком, что он закрыт, и нам до тут не дойти. И поэтому к обычному маяку можно просто подъехать, и мы сейчас это сделаем по дороге домой, все успеем. В общем-то, тур выходного дня, который должен был занять 3 часа, 3 дня,
в итоге у нас занимает 2, поэтому можешь даже не брать выходной на работе. Мы там дойдем, а это наш был кусок, мы тут асфальт положили, а это наш кусок. Едем на маяк. Все-таки уже темнеет. Здорово, что есть панорамная крыша. Я думаю, что когда появятся звезды, судя по тому, что небо ясное, то звезды будут. И сегодня я смогу оценить наконец-то, потому что каждый раз, когда я в машине еду с панорамной крышей, я еду за рулем. И вот, наконец-то я смогу с пассажирского сидения оценить весь кайф от панорамной крыши и насладиться звездным небом. Похоже, переправа, но... Мне кажется, даже корабль здесь стоял такой же. Вообще, выглядит очень похоже, просто странно с Мистоктом. У меня такое ощущение, что мы... Так а что? Мы к этому ездили. Да, я думаю, что мы к этому маяку ездили. Здесь фоточка у меня есть красивая. Вот на эту речечку. И там два маяка. Красненький и беленький. Да, и вот здесь прям все так. Мы сюда ездили, Юль. А, обалдеть. И чё? Чё, можем разворачиваться и ехать обратно, нам уже неинтересно. Нет, интересно. А как вы сюда ездили? На велосипедах. Где вы были? Откуда? Где вы тут сюда? Да мы везде ездили на велосипедах. А чё, где вы остановились-то тут? А, в палатке, в лесу. Везде объездили? Да. Это было все за один раз? За два дня. За два дня. Да. Короче говоря, надо было делать так. Сюда на маяк нужно было ехать в первый день вместе со всеми остальными достопримечательностями, со Старой Ладогой, с этими самыми с водопадами и так далее. И тогда мы бы сейчас были на пути домой, и реально у нас все уложилось бы в два дня. Единственное, что в первый день надо было выезжать пораньше. Мы выехали все-таки довольно-таки поздно, после 10. Если бы мы выехали там часиков 7-8, то вообще мы супер комфортно посмотрели бы еще и на пещеру, и сюда бы заехали. Ну вот, мы приехали в деревню осторожно. Ну, где здесь маяк? Ну, девочки говорят, что видят его. Ну, видимо, надо как-то дальше ехать, видимо, не ходить. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Да... Уже совсем темно, да, вон маяк мерцает, моргает. Да. Ну, ладно, я внизу, да, вон там маяк. Заново говорить. О, здрасте. Здравствуйте. А вас нельзя маяк посмотреть поближе? Хорошо. Жалко. Смотрите, там, видимо, такая лестница винтовая, все просвечивает насквозь. Да, по этой лестнице устанешь подниматься. 7-й по величине маяк в мире. Миссия выполнена. И мы доехали таки до маяка. Поэтому теперь мы можем возвращаться домой. Это займет у нас порядка 3 часов. Я вообще не знаю, вы что-нибудь видите сейчас или нет. Вот. И, собственно, путешествие выходного дня закончено. Интересно, как там у Димы. На этом все. Всем пока.